В осень життя добрачынный концерт прошел в Салтановском психоневрологичном доме-интернате. Гэтае мероприемство на передадні дня пожилого человека, что означается 1 кастрычника, зладили наведвальники отделения дённого знаходжання пожилых людей Кастрычницкого района Могилева. Пожилые волонтеры вырашили подарить святочную программу тем, кто проживает в доме-интернате. С песнями, танцами и веншеваниями на сцену вышел вокально-хореографичный коллектив «Незабудка» Центра соцобслуговывания Кастрычницкого района. Концерт отрымался теплым и душевным. Подопечные Салтановского дома-интерната сустракали выступления с широкими аплодисментами. Навод долучались до самодейных артистов. Пропануем и вам побачить крыху этого концерта у нашей рубрицы «На властные вочи».